Всем привет, друзья, товарищи. Сейчас поедем косить. У нас ночью был дождь. Вроде обещают теплую погоду, хотя дождь был не очень хорош. Так, ну оно вроде и текло тут по дороге, смотрю. Ну, земля уже сухая. Земля впитывает все моментально. В общем, хочу вам, ребята, показать такую штуку, как я избавился от кривых тюков на фортшрите. Все знают, что этот пресс страдает такой болячкой, так как камера широкая и высокая. Она тут 40 на 50, больше, чем в остальных прессов. Больше, по-моему, чем даже в Киргизстане. Когда-то я стоял рядом с Киргизстаном, ну, визуально было больше. Вот. И равномерно наполнять такую камеру не всегда ему удается, особенно когда волок маленький. Вот. Вся причина в подающем устройстве, ну и также в тупых ножах или в зазорах. У меня и то, и другое будем вытягивать. Поршень в этом году, менять полосы. Ставить уголки вместо полос, то есть выставлять, чтобы резал тюк хорошо. Потому что у меня местами вот тут даже тюк вылазит, видно, где-то поршень подошел, обрезал, а где-то просто замял. Вот. Ну и само подающее. Подающее у меня было не заводское. Вот, кстати, ребята, с позапрошлого ролика, где я показывал, что не вяжет, у меня выехал на следующий день, купил вот нитку Юту для пробы. Говорят, она мягче, чем Агропак. Вот сколько бракованной нитки. Пошла нитка узлами. Вот. Застревала тут под этими самыми, под прижимами, короче, под пружинкой, где прижимает натяжку делать нити. Я выкинул бобину за борт и... В общем, телепалась она за бортом, чтобы более-менее там выравнивалась. В общем, ни хрена не получилось. Пришлось отрубать кусочек. Тюков, наверное, на 50 тут бы хватило, потому что я уже ее использовал. В общем, такая вот беда. Перед этим у меня стояли не заводские, а вот такие вот деревянные мощные клыки. Они у меня отработали 2 полных сезона без единственной, без... так сказать, единственной этой помарочки. Отработали четко. Ну, скажу, они вот это вот получается короткая, а вторая где-то валялась. Сейчас покажу. Вторая уже обломилась. Вот ее тут сеном шлифанула хорошенько. Вот такие вот у меня были клыки. Сейчас покажу, какие я поставил. Знаю, что это по технике безопасности делать нельзя. Ну, мы люди рискованные. Поставил я вот. Не видно, наверное. Сейчас пойду прокручу и покажу. Поставил я металлический. Вторая пара стоит так. У меня деревянная. Эта пара у меня заводская. А передние поставил с металла. Сейчас поставлю секундочку на паузу, прокручу и покажу вам. Так, вот такой вот они имеют у меня вид. Металлические. По заводскому должны стоять здесь. Деревянные тут ставил. Я поставил ближе к ступице. И вот сделал такие металлические. Такой вот. Толщина, не знаю, сколько тут, 4, наверное. Первую на нее больше нагрузка идет, когда большая масса идет. Все равно оно их прижимает. Сделал двойную. И в самом низу, наверное, не видно будет. Так, в самом низу сделал тут так косо вырез. У меня получается на поршне клык упирался в эту... В эту часть я вот так вот срезал криво, а здесь вот ровно. И такие грабли, получается, граблины сделал к самому полу. Они идут примерно 5 миллиметров
передние где-то сантиметр от пола. А вот эти вот примерно, да тоже, наверное, около сантиметра. Но идут по самому практически полу. Вот. И они, получается, добрасывают в ту камеру, под ту стенку камеры. Даже скажу, когда масса слишком большая, даже перебрасывает иногда. Тюк получается кривой в другую сторону. Был кривой со стороны, получается, больше набивало раньше ножа. Сейчас иногда проскакивает, когда сильно большая масса или кучу хапанул, иногда перебрасывает. Ну, работает, в принципе, четко. Так, нужно, наверное, менять будет скоро цеп, потому что уже не тянется ни хрена и болтается. Надо будет это дело, что-то с этим делом делать. Так, надо будет доставать поршень. Ролики вращается туго, вот этот вот, ну, не приклинятый. От руки, конечно, туго идет. А, там попал он, срань. Ну, крутится, видно, выработки нету. Короче, надо доставать будет поршень в этом году. Смотреть, менять ролики. Такие вот дела. Вот так вот я, в общем, решил проблему с кривыми тюками. Так что, мужики, кому интересно, смотрите, переделывайте. И будет у вас все good. Тюки получились ровные. Как буду прессовать, покажу. Классно получилось. Мне самому аж понравилось. Все, всем пока, мужики. До встречи.